Приветствую вас, с вами Владимир. Еще на распаковочке вот такие три посылочки. Три посылочки, что здесь я не знаю. Посылочки пришли давно, лежали у меня, я их не открывал, забыл про них. Сейчас полез разбираться в шкафу и нашел вот эти три посылки. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». Ну что ж, давайте посмотрим, что же нам пришло. Первая посылочка оценена в 94 цента. Оценена в 94 цента, весит 50 граммов. Запаковано хорошо. Давайте посмотрим, что же там у нас пришло. Бывает такое, что мелкие пакеты какие-то закинешь, и потом не знаешь, что же там такое. Все, пакет пустой. Вот, эту штуку я заказывал давно. Очень давно. Это FM-радио. Это FM-радио, которое подключается к телефону и работает отдельно от телефона. То есть давайте попробуем, как это будет выглядеть. Берем телефон, вставляем сверху. Я не знаю, правда, оно само работает или нет. Off. Пробуем, включаем. Во! Заработало. Больше никаких кнопок нету. Что-то еще, наверное, надо подключить. В общем, я не знаю, как эта штука работает. Друзья мои, если вы знаете, подскажите. Я так понял, вот этот шнур, это заряжать именно ее саму. Никаких дополнительных входов под наушники или под что-то еще нету. То есть вот мы ее подключили, что-то ловится. А где звук? Непонятно, как это должно работать. Не знаю. Может, кто сталкивался с такой штукой? Расскажите мне, напишите в комментариях. Ну ладно, ее мы пока убираем в сторону. И продолжаем дальше. Значит, вот вторая посылка. Оценена она в доллар 20. И 0,65. Здесь должно быть чего-то 2. Запаковано вроде хорошо. Давайте откроем, посмотрим, что же здесь. Так, все. Пакет пустой. Закручено пленочкой. Что это у нас такое? Ага, это вот, кстати, из серии насчет паяния. Распаковывал я недавно штуку для того, чтобы запаивать. Это вот припой и... Нет, это олово с припоем. То есть олово, а внутри идет припойчик. Здесь они, хотя одинаковые, а почему разные цены, не знаю. Ну, неважно. В общем, вот, пришли две катушки. Это вот именно для того, что мы будем вот запаивать. Придут киты, и будем запаивать вот эти киты. И вот эти два припойчика с оловом именно для этого. Стоит недорого, правда, шли долго. Я не знаю, заказывал я их давно, потому что давно эта мысль была в голове. Заказал давно. Но пришли они вот недавно. Забросил, забыл про них, но ничего страшного, в общем, они пришли. Такая штука. Теперь последняя посылочка, третья посылочка. Запаковано тоже все хорошо. Оценено в целых в 4 доллара. Обалдеть, что же там такое. Давайте посмотрим, что же там положили на 4 доллара у нас. Что-то лежит. А, да, точно, ё-моё. Это семена. Это вот разные, вот 7 видов заказал разных. Здесь и алоэ, и лилии, и сакура. В общем, все, всего полно. Вот смотрите, вот такие вот семена. Будем пробовать их сажать. Будет пробовать жена сажать, а мы с вами посмотрим результат. Смотрите, сколько разных семян. Еще что-то вроде как-то было бы подписано. Ну, что-то вроде есть на пакетиках. Какие-то номера. Непонятно, что это.
В общем, вот такая куча семян. Должно быть 7, но здесь 8 пакетиков. 8 пакетиков. Вот эти два, по-моему, одинаковые. Да, вот эти два одинаковые. Вот. Вот такие 8 пакетиков. И что самое интересное, какие-то есть отметки, но они непонятные. 2, 3, 7, 3, 2, 4, 5. Вот. Попробуем посажать эти семена. Посмотрим, что у нас выйдет в итоге. Может быть, даже сделаю отдельное видео. Сделаю видео, как сажаю, и подождем, когда вырастут. Посмотрим, что же из них зайдет. В общем, вот такая вот была сегодня распаковочка необычных посылок. Вот по этой посылочке, если кто знает, напишите в комментариях, как ей пользоваться. То есть кнопка включения и выключения есть. И все, а где звук? Как, что сделать, чтобы она работала? Все, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много распаковок, будет много видео. Всем пока, удачи, счастливо!